Всем привет! Сегодня проведем эксперимент. Возьмем вот такую чашечку. Будем в нее наливать водку. Как бы никто не удивлялся, но водку будем наливать. Наливаем обычную водку, недорогую. Вот она, пустая чашка. И, естественно, берем банан. Берем банан, просто кладем туда. И берем водку, не будем рекламировать фирму, обычная водка, 40%, недорогая, открываем ее и заливаем. Не думайте, что мне как бы не сильно жалко этой водочки. Водочка, конечно, нужна, понадобится во все времена, можно и согреться, тем более премиум. В общем, наливаем, наливаем. Льем, пока не закончится. Бутылка полная. Сколько там у нас получилось-то? По объему. По объему почти 500 мл. Почти пол-литровая бутылка. Можно было бы нормально накатить. Теперь осталось дело за малым. Берем обычный пальмолив для мытья посуды. И льем туда не несколько капель, а так небольшое количество. И этим же бананчиком начинаем размешивать водочки палмолив. Логика, конечно, шикарная, но продолжаем это делать. Крутим по часовой, после часовой, перед часовой стрелке, против. Появляется пена. Пена появляется. Так, пенка появляется. Начинаем. Так, и оставляем этот банан. Оставляем этот банан на 20 минут. 20 минут мы не будем трогать этот банан. А потом посмотрим. Вот прошло 20 минут. Посмотрим, что сейчас произойдет с бананом. С ним, конечно, могут произойти разные вещи. Вещи, конечно, могут быть страшные. А может быть не сильно. Но я хочу провести этот эксперимент, довести до конца и увидеть, что же будет дальше. Давайте его откроем. Открываем банан, вон, фу, что-то потекло, синее, ужас. Банан как-то неожиданно начинает менять цвет. Да, конечно, его есть уже нельзя, я думаю, не каждый решится. Так что не делайте так, ребята, не берите водку, не тратьте ее, не мешайте банан с фейри. Это бесполезная вещь. Вот такое дело. Не знаю, из чего они там состоят. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.